Нет, я не продам ты никого. Этих я людей. Сейчас вот сяду в этот автобус, либо в тот, либо в тот. Давайте, поехали. Да, что, куда ехать, куда угодно. Я поеду сейчас. Вы мой военник, посмотрите. Да еще раз выйдет. Трепло. Предатель. Дадим, извините. Ой, божечки. В таких случаях должна быть скорая рядом, блядь, стоять. Какой это вояк из него? Да ёптель мать, да кого же вы берете-то? Да каких сопливчиков? Пьяные все. И пьяные все. У меня такая сейчас выходная в магазине. И говорит, дай мне пьяную. Куда им? Ой. Так проходит мобилизация у нас в городе Нижний. Вот такая у нас вот здесь медкомиссия. Скажите, пожалуйста, у нас медкомиссия в городе Нижний присутствует для военнослужащих? Как вы пропускаете людей на военную службу? В прямом смысле. Вот вы призвали людей. Мой муж. Мы никого не призываем. Медкомиссия. Вы должны провести полную медкомиссию призывников. Как они проходят? Они не призывники. Они а уже имеют категорию должности. Какую категорию должности? Смотрите, мой муж призван был 23 числа. Находится в воинской части. Медкомиссию он ни здесь не проходил, ни там. У него перелом позвоночника был. Ему 43 года. Он рядовой второго запаса. Дальше. А почему не проходил медкомиссию? А почему у вас ее здесь нет, медкомиссии? Где она? Вот покажите мне, кто у вас делает осмотр солдат, призывающихся. Все вопросы в военкомат обращайтесь. Мы такие вопросы не решаем. Вы все слышите? Я...